Всем привет, ребят, это снова вы, это снова я. Начинаю снимать долгожданное видео, не знаю, сколько для вас, сколько для себя, потому что, как говорится, было время, что я не мог даже толком ходить. Слава Богу, наши доблестные ведики меня подняли на ноги более-менее. Сейчас вот у меня один день в форточке. Решил съездить на пасеку, на дачу, посмотреть, как дела. Сильных нагрузок, конечно, делать не буду, но надо посмотреть, потому что были после Нового года сильные оттепели дня три. В некоторых областях Беларуси были облеты. У меня на северо-востоке тут, говорят ребята местные, сильно так пчелы не вылетали. Сегодня вот первый подморозок такой, около 1 градуса. Вот, думаю, сейчас клубы будут немножко ужаты, но спрашивал пчеловодов, клубы были рыхлые. Сейчас хочу посмотреть состояние пчелосемей некоторых. Вот, узнать общую обстановку на пасеке. Сделал временную подкормку канди небольшую. Может, кому-то раздам, посмотрю. Ну, сейчас погляжу. Некоторые семьи вы увидите. Сейчас, ребята, покажу ту же семью, которую мы смотрели сильную, так? Опа. Чтоб не быть голословным. Ну, вот тут пчелки. Пару штук валяются. Ну, вот так состояние, сейчас мы глянем. Вот такой вот у нас клуб. Все хорошо. Они двигаются по чуть-чуть, закрываем. Получается, о, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут восьмая небольшая. Все хорошо. Все закрываем, не дергаем. Проконтролировали. Ход зимовки меня устраивает. Тут даже о, паучок лазит. Все нормально. Главное, что мышей нету. Все, закрываем аккуратно. Все. Все супер. Главное закрыть хорошо, чтоб мышь не лазила. Взглянем тоже эту семейку. Надо подложить все-таки надставку. Вот. Тут еще пленка была. Вот, утепление тут. Видите, какое. Но, видите, сыро. Сыро. Хоть и тут дно, вы видите, сетчатое, но сыровато. Сейчас мы это уберем. Девки вот сидят, как кормил сиропом, так и не убирал. Раз, два, три, четыре, пять улочек. Забираю это. Сейчас надставочку поставлю. Конечно, хорошо, что дно сетчатое. Влага уходит. А так бы было бы вообще в жопу бы. И то сыро съесть немного. Ну, сейчас мы пчелок накроем быстро. Девок. У меня ветошь такой есть. Чтоб они не беспокоились. О. Все укрыл. Думаю, все будет нормально. И пустим их без пленки. Так. Вот слегка прикроем. Это так, чисто для страховки. Девки повылетали. Все. Глянем тоже соседнюю семью параллельно. Посмотрим что-то. Потому что тоже пленка. Пленку я оставлял. Видите, плохо. Собирается влага. Пленка нам не нужна. Холстик сыроватый. Семья хорошая. Мощная его. Ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь улочек. Сейчас холстик поменяю им.
оставлю, пока этот просушу, через недельку перекину, пока вот так сделаю. Вот. В принципе, еще терпимо, пускай так. Ну, вот такое еще сверху. И все. В принципе, нормально будет. Сейчас попробую эту семейку поглядеть. Давно я тоже не лазил, больше месяца. Не знаю, видно вам будет или нет. Сейчас попробую вот так выставить камеру. Так, что у нас тут? Так, ну, сидят девки. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально. Все хорошо. Не будем их дергать. Тут все аккуратно, все хорошо. Мышей нет. Слава богу, все. Че, этих повыкидываем, все нормально. Так, следующая семья. Попытаюсь открыть крышку. О, хорошо было, вот теперь. И крышки легко открываются. А так я переживал, как я буду смотреть пчел. Сейчас вот эту семейку глянем. Так, камеру настроил более-менее. Так, тут, конечно, супер-пупер. Утепление, вот сырость такая, ну. Сейчас попробую. Ой, шумлю сильно. Нашумел я. Тут дощечка вот такая, надо ее убрать. А может и не стоит, но вот так пчелки сидят. Видите, смирно, дружно. Вот. Нормально, если вам видно. Сейчас поближе покажу уже эту семейку. Сидят, жужжат. Все нормально. Закрываю. Сейчас обратно деревяшечку эту подложу. Как было. Вот холстик этот. Это деревенский, дедовский улья старые. Ну, нормально, в принципе, все. Зимовка продолжается. Главное, что мышей нету. Меня это больше беспокоит, мыши в этот раз. Сейчас еще одну семейку проверим. Вот так. Что у нас тут? Все вроде. Вот нормально. Судя по первым признакам, можно сказать, терпимо. Пчелка жужжит, так слегка слышно. Так, тут утепление вот такое мощное у меня. Чересчур даже. Сейчас посмотрим. Так, они в середине. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Двигаются. Корма есть. Единственное, чтобы я переложил бы одну рамочку сейчас пока оперативно. Возможно. Пока есть такая возможность. Вот, тихонечко бы я сделал бы это. Вот эту рамочку бы сюда, потому что тут пчелка есть. Сейчас я подумаю, как правильно сделать. И вам покажу. Вот, вы смотрите. Сейчас я поближе вам покажу, что я буду делать. Вот эти полоски мы забираем. А вот эту рамочку полномедную мы сюда положим. И вот эту пчелку мы стрясем. Рамка вот эта полномедная, хорошая. Вот. Смотрите, с метком. Мы ее вот так ставим сюда. А эту пчелу мы стрясем.
Но перед тем, как стрясти, надо подложить еще пару палочек сюда. Мы сделаем переход им сюда дополнительный. Так, это мы загородку сюда поставим. Вот так. Сюда поставим палочку. Все. И они будут нормально перехаживать. Это мы вот так раз оперативно стрясли. Все. Как-то так. Пчела в середине клуба. В принципе, можно лепешку положить, но сейчас подумаю. Для своего успокоения. Вот так я поставлю. Лепешку канди. Вот. И они, если что, возьмут. Возьмут, если им надо будет. Вот я положу. Там клуб растянется, если что. Захотят. Они ее возьмут. Вот такие две палочки. Вот. Укрываем. Все, пускай зимует. Пускай зимуют. Так, укрываем. Тут, ребята, тоже семья была крепкая. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Надо дать будет им канди, видите? Сейчас я решу этот вопрос. Кормов маловато. Сейчас буду решать. Так, сейчас будем делать операцию к операции. Вот, пчелка тут активная. Вы видите, какая, ребята? Сейчас надо будет аккуратно все делать, потому что пчелы тут много. Вот, как она сидит. Надо дать ей канди. Попытаюсь сейчас решить вопрос этот. Будут брать, значит, будут брать. Вот. Так. Получается, что рамка-то пустая. Пчелу надо стрясти. Вот, все, пускай она ползает. Все, я ее укрываю. Пускай она выбирает вот так. И ей надо будет еще подкормка по-любому. Семья сильная, вы видите. Но эту гнездовую рамку в бок сюда поставлю. Главное, что мышей нет. Все как-то так. Ну, решил технически все посмотреть семьи ради интереса. Сейчас проверю. Ну, вот так пчелки сидят. В середине уже. Они... Так. Зимовки. Переходит к низу. Корма по краям есть тут. Двигается. Надо палочку подложить. Еще одну.
На всякий случай. Так, чтобы движение было. На следующий раз надо будет им подложить канди. Или рамку взять с края. Ребятки, смотрим, вроде мышей не видно. Все нормально. Пчела сидит идеально, девочки. Вот смотрите. Вначале раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уточек. Идеально. Вот так, как все семьи сидели, это было супер. Сейчас подложу им сюда. Когда, ребята, семья хорошая, у нее генетика хорошая. Вы видите сами, она и зимует, когда корма все. Вроде всех одинаково кормила, видите, как получается. Ну ладно, не буду их тревожить сильно. Все, закрываю. Тут, ребята, отводочек у меня. Ну, надо будет подкормить. Через недельки две, наверное, я его подкормлю. Сейчас его трогать не буду пока. Пускай пока так. Мышей нет. Шел, коль месяц не смотрел я своих пчел, решил все посмотреть семьи. Ну, вот, вижу, что тут девчонки сидят тоже супер. Палочек установлю. Все, не буду их тревожить лишний раз. Вот здесь зимовка получается полухолодная. Вот они сидят нормально. Видите, такой холстик. Не сказать, что сильно теплый. И они вот так сидят. Ладно, все на этом. Пойдем в зимовник.